В Караганде скончался 75-летний мужчина, который заразился сибирской язвой. Состояние еще одного пожилого пациента ухудшилось. Его экстренно перевели в реанимацию. Напомню, диагноз сибирская язва подтвердился у трех мужчин. Все они члены одной семьи. Напомню, жители поселка Топар забили больного бычка и заразились кожной формой сибирской язвы. В населенном пункте введен карантин, запрещены ввоз и вывоз скота, мясной и молочной продукции. Передвижение жителей не ограничено. Санэпидемиологи устанавливают источник заражения опасной инфекции. Новых заболевших животных не выявлено. Пациент 48-го года рождения, находящийся в реанимации, в тяжелом состоянии на фоне обострения сопутствующих заболеваний и, несмотря на все принятые врачами меры, к сожалению, скончался. Пациент 62 года был переведен в отделение реанимации интенсивной терапии в связи с усилением кожно-воспалительного синдрома и нарастанием объема отека. Второй пациент 41 год находится в нейробоксированном отделении инфекционного центра в состоянии средней степени тяжести.